Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Елена. Слова аффирмации для привлечения сил каждому знаку зодиака. Без мотивационных фраз и слов энергетика человека будет не такой сильной. Звезды придают огромное значение аффирмации. Им могут пользоваться различные знаки зодиака для того, чтобы приобрести силы и стать крепче по духу. Аффирмации – это совокупность фраз, которые имеют утвердительное значение. Чтобы укрепить свой внутренний стержень, следует мотивирующие фразы произносить один раз в день. Каждый представитель должен использовать свою аффирмацию, если чувствует упадок энергии и сил. Овны – это сильные личности, но для них нужны мотивирующие установки. Следует говорить каждое утро такую фразу: «Моя сила пребывает, а дух укрепляется». Вот говорите один раз, и с каждым днем энергетика вырабатывать будет только положительные эмоции. Тельцы. Они в жизни привыкли правильно расходовать свои жизненные силы, хотя многие из них знаки тратят на зависть. Чтобы избавиться от этого неприятного чувства, следует говорить такие фразы: «Я обязательно достигну цели и смогу побороть свои страхи». Близнецы. Вам следует рационально использовать свое время, а некоторые фразы придадут вам уверенность. Например: «Я начинаю двигаться по верному пути. Я уверен в своем успехе». Раки. Эти люди часто подвержены эмоциям, хотя они им нужны для того, чтобы продвигаться в жизни и находить правильный путь. С раннего утра нужно говорить себе мотивирующую фразу: «Мои эмоции всегда под контролем». Лев. Астрологи характеризуют этих людей как надменные и эгоистичные личности, хотя их сила и решительность – результат упорного труда над собой. Чтобы им делать еще больше дел, нужно произносить такую фразу: «От своей работы я получаю огромное удовольствие». Дева. Их жизнь не бывает без проблем. Знаков также одолевают сомнения, поэтому в один момент они даже перестают верить в собственные силы и возможности. Чтобы избавиться от страха, следует говорить: «Моя уверенность в себе только крепчает». Весы. Если знакам работы приносят удовольствие, то они все свое время отдают делу. Их постоянная загруженность не дает им времени на отдых. Им следует настраивать себя на позитивную волну при помощи простой фразы: «Мои мечты – это результат упорного труда». Скорпион. Чтобы поддерживать себя, свои силы, эти представители должны четко понимать, что им нужно от жизни, и обязательно проговаривать такую фразу перед зеркалом: «Моя интуиция обязательно подскажет, что мне нужно получить от жизни». Стрелец. Эти люди – обладатели огромных способностей и возможностей, и очень часто им приходится расходовать собственную энергетику. Слова аффирмации помогут им придать силы. Фраза такая: «Все, что я в жизни добьюсь, обязательно пойдет мне во благо». Козерог. Это настоящие трудоголики, которые не могут полноценно отдыхать. Даже в уставшем состоянии они не перестанут думать о работе. Им нужно себя расслаблять мотивирующей фразой: «От результата своих трудов я обязательно получу по заслугам». Водолей. Эти люди не успокоятся до тех пор, пока не получат что-то новое в жизни. Они хотят изменить себя и этот мир, а сами стремятся изменить жизнь к лучшему. Для них есть специальная фраза: «Этот мир не идеален, но я постараюсь его изменить». Рыбы. Представители очень много сил расходуют пустую, а также тратят время на размышления. Чтобы сконцентрироваться на каких-то определенных событиях или действиях, им следует чаще говорить: «Я преодолею сомнения, потому как мои мысли заняты достижением цели». В погоне за материальными благами не стоит забывать о собственном самочувствии. Без хорошего здоровья невозможно получить успехи в различных сферах жизни.